Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption, которая спустя 14, мать их, лет недавно-таки добралась до ПК. С хорошей графикой, с русским переводом, и, собственно говоря, я ее с удовольствием прохожу. Мне Леха предлагал, собственно говоря, если он меня смотрит, то огромнейший здорово. Предлагал пройти ее на PlayStation, специально даже хотел купить, по-моему, даже предлагал PlayStation, чтобы я ее прошел, на канал снял. Но я отказался, я говорю, на джойстике мне неудобно, мне на клавиатуре удобно. И, собственно, наконец ПК-версия игры вышла, и я с удовольствием теперь могу играть на клавиатуре. С удовольствием прошел Red Dead Redemption 2, даже не один раз и не два. И теперь с удовольствием буду проходить продолжение ее, Red Dead Redemption 1, которое является сиквелом ко второй части Дикие лошади. А это его, это ее батя, что ли? Да, точно. Дрю. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. Ну да, вроде того, действительно. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox. Terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. Слава Богу. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. Действительно, кстати, вот статус правительственного агента — это уже знак того, что... Особенно если коррумпированный агент. Вот он, как коррумпированный агент себя как бы в безопасности в относительной чувствует. У него есть власть, у него есть полномочия. И его сдать-то будет сложно. Наркотики подкинешь кому-нибудь, а ты попробуй докажи, что это не твои. Breaking in horses. Докажут, конечно, со временем, но, тем не менее, статус правительственного... Вот даже просто полицейские чувствуют себя такие коррумпированные. А тут агент правительства. Правильно говорит отец. Лассо, да. Да, я пока комментировал, сидел, я даже забыл, я даже не посмотрел, о чем они тут говорили, что от нас требуется. Ну ничего, сейчас разберемся. Не проблема. Ой, господи. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? But I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. Да, ему нравится про политику обсуждать, про коррупцию. That,
Да, как какой одновременный звук коней. Топота коней. Я скороговорку хотел сказать, а я уже забыл ее. От топота копыт пыль по полю летит, вот. Так, поймать лошадей надо. Каких именно лошадей? Во! Блин, у меня реально реакция какая-то такая. Что вообще происходит? Я никогда такого не видел. А, тихо, стой, блин! Лошадка, остановись, я не могу так! Э, тихо! Тихо, успокойся, пожалуйста! Red Dead Redemption 2, надо было успокаивать лошадь, а тут что за трындец вообще происходит? Ооо! Получилось. Я уж лучше подальше от нее держаться буду, еще не дай бог меня куда-нибудь отбросит нафиг. А, от удара копыт можно и ребра себе сломать, реально. А топота копыль... Ой, копыт, пыль поплю, правда, не летит в нашем случае. Куда ж ты повернул-то, блин? А, еще одну поймать надо. Господи ты, боже мой, я что-то скороговорки свои зачитал, блин. Тут еще три лошадки. Да подстойте вы! Проклятые лошадки. Надо поближе подобраться. Еще ближе. Да, вот что бывает, когда заговоришься. Поймал. Сейчас опять то же самое будет. Ой-ой-ой, тормози, я сейчас замотал нафиг. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Что это такое? Я реально, нет, я такое первый раз вижу, серьезно. Этот Redemption не проходил никогда, я и таких вот анимаций реально не видел. В Red Dead Redemption 2 не было такого, абсолютно. Не было. Лошадка, остановись, я тебя прошу, блин. Даже без седла, нафиг. Ох, ну слава богу. Можно убрать проклятое лассо. Зачем? Убери пушку, не занимайся фигней. Да, у нас еще меньше было. Но у вас классная хата, скотина. Разводите. Прибыль неплохая же может быть с этого, не так ли? Блин, вот не задеть бы эту веревку башкой. Пропущу, наверное, ее, потому что зацеплюсь еще. Какой Эймос? Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. Она тоже любопытная, я заметил. Почему бы так, что почему бы нет?
You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Dead ain't really the place to find a husband. Отлично. He's a little... Она хочет все знать о Джонни, но ничего не рассказывает о себе. У нее двойные стандарты. She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. How'd you meet her? She was an orphan too. Fell in the same bunch of reprobates I did. She did what she had to do to survive, same as I did. Can't wallow with the pigs without getting a little dirty. She's a good woman, a strong woman. That gang was the closest thing to family she ever had. Well, now she has her own family. Not right now, she doesn't. There's my boys. Come on, it's ну да, были плохими ребятами, но сейчас хорошие. Только вот в руках агентов ФБР. Тут такие... Поздоровались даже, ничего. Блин, отойдите. О, подлагала в первый раз. Что, опять ловить лошадей? Или это просто надо за ними следовать? Давайте, давайте, вперед! Ну-ка, марш! Вперед! Куда собрались? Не туда! Куда собрались? А ну обратно! Куда собрались? Идите туда, куда я вам показываю. Давай, и ты, лошадка, вот, следуй за своими. За своей родней следуй, лошадка. Давай, давай, вперед. Марш. Давай, 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 давай. Давайте, давайте, марш. Блин, лошадка, постоянно отстаешь от своих. Давай, давай, вперед, блин. Марш. Куда? Блин, опять не в ту сторону побежали. Заколебали вы, честное слово, а. Как оторвется один конь, так за ним пойдешь, а остальные все оторвутся. Давай, 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 иди, чего? Ну чего? Куда вы опять побежали, а? Ну тут скриптом просто помогло. Уэ! Ну-ка отойдите с дороги, лошадки. Тормози, куда побежал? Жеребец ты. Шустрый. Давай, давай, стой. Я тебе сейчас... Я тебя схвачу сейчас, блин. Да, ну тут, когда врезаешься во что-то, тут не падаешь. Red Dead Redemption 2-то постоянно падал. Да блин, мы так... У меня уже выносливость закончилась. Блин, проклятый кактус.
промазал. Давай, успокойся, успокаиваемся. Тихо, тихо, успокойся, 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 блин. Ай, 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 ай. Тихо, 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 зверюга, успокойся, успокойся, блин. Зверюга, успокойся, давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, ничего особенного, ничего особенного. Тихо, 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 тихо. Я отведу тебя к твоей родне. Ну-ка, успокойся, ну-ка, пожалуйста, я тебя умоляю, успокойся, дружок. Дружок, Белишок. Так, лошадка, давай. Да, скрипты тут телепортируют еще немного. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Я, честно говоря, к тому привык. Он более послушный, этого заново надо будет доверие завоевывать. Я на этом дальше поеду. Пусть извинит. Правда... А, я надеюсь, тут он... Надеюсь, он найдет. Куда деться? Вон, вот еще лошадка бегает. Вот, найдет себе родню. А если надо, последует за теми и все. Вообще никаких проблем. Мне этот же ребенок не нужен. У меня есть лошадка, мне ее хватает. Хотя вот если говоря... Хотя вот в реальной жизни, если бы это было, то мне было бы его тяжелее бросать. Так, где там раньше? Незнакомцы. Незнакомцы мне не интересны. Дирижанс стоит там. Таксист, блин. Буря на горизонте. Амос!
rest of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know. They're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Come on, Mr. Marston, hurry! Куда мы направляемся? Блин, ну куда ж ты так разогнался, а? Ты дебил, что ли, а? Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Pastors who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have two herds out tracing different paths. We'll need to merge them and bring them all back. Come on, we've gotta get that herd back to the ranch. This storm's getting worse. We need to stick together. It's gonna be difficult to talk in this weather. Stay close. We don't want to lose each other. Разгоняешься. Блин, опять коров гонять, что ли? Да блин. The storm's getting worse. What are you waiting for? The weather changes fast out here. This storm came out of nowhere. Да. Давай, давай, иди. За стадом, за своим. Алло. Возвращайся в стадо, корова. Алло. Так, опять корова отделяется. Куда идешь? За человеком затем, что ли? Нет. Нефиг тебе там делать. О, даже типа на экране остаются капли. Ох, ни хрена себе, ничего себе. Молния. Да уж, надо бы скорее завести их. Безопасное место, где бы они не испугались. Давайте собирайтесь в стадо. Тихо, тихо, мы с вами. Вам бояться нечего, мы с вами. Всех этих, чтобы они вместе собрались. Давай, 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 корова, корова, давай вперед. Так, вы вперед, давайте, давайте, вы в стадо собираетесь. Так, вот еще одна отделяется. Куда идешь? Давай в стадо возвращайся. Давайте, давайте в стадо. Да, я сказал, марш. Так, еще где-то вдалеке. Ну, это далеко что-то совсем. Давай, давай. Давай, давай, в стадо, давай. Так, гоните стадо.
Давайте. Бегом на ранчо. Вперед. Там вы ничего не испугаетесь. Надеюсь. 20 из 21. Одного потеряли, значит. Один удрал, испугался. Удрала одна. Опа, отделяются опять. Куда? Ну-ка, в стадо давай. Блин, скучно коровами заниматься. Я бы пострелял лучше. Куда? Куда и собрались? А ну обратно. Куда я опять собрал? Давай, давай, обратно. Тормози, тормози. Хотя Леха говорил, что ему нравятся такие миссии. Мне вот не очень. Опять отделяются. Да что ж такое, а? Стадо, 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 я говорю. Наконец-то раньше близко. Опять отделяются. Блин. Что вами движет, коровы? Жаль бы, они мне не могут дать ответ. Следует за ними, например. А, вот, все, все. Бывали мы уже, занимались мы уже скотоводством, когда на другом ранчо работали в эпилоге второй игры. Уровень чести снова повышен. Сейчас бы не помешало передрыхнуть эту грозу, потому что работать под дождем в грозе это, ну, как-то не то. Тормози! Так, гроза закончилась. Но поспать все равно надо. Туалет, блин. Есть. Ну, на улице. На замке туалет причем. Так, ну а сейчас самое время к маршалу поехать. Подождите, ночной дозор. Еще раз, давайте еще раз посмотрим. Или подождите. По-моему, солнце начинает выходить. Хотя нет, луна высоко, так что надо поспать еще. Давайте еще поспим. Потом поедем к маршалу. Задания у Бонни пока нету.
Так, метку поставим. Это у нас что? Поезд? Какие еще пометки есть? Пока никаких нет. Ладно, направляемся к маршалу Джонсону. Поработаем на него снова. Почему меня в ту сторону направляет, если он там где-то находится? Хотя, может, я реально неправильно сейчас иду. Ну, попробуем проигнорировать навигатор, попробуем там реально пойти. Но мне реально до сих пор навигатор показывает, что я неправильно иду. Дождь, кстати, опять идет. А, я по горе зачем-то пошел, реально. О, вот теперь навигатор сместился в другое направление. Да, в такую погодку работать не очень-то я люблю. Ну что сделаешь. Я думаю, выполним одно задание от маршала, да и достаточно будет на сегодня. 30 минут уже прошло. Это трава. Два ворона. Это так называется место это? Что это трава это означает? Растение. Ну и нафиг оно мне нужно. Райлис Чардж. Ну и где этот городок уже наконец? Надо было, наверное, по навигаторскому маршруту идти начальному. Может быть, быстрее вы приехали. А так я реально вокруг горы обошел. Открою шторку немного, а то, наверное, не так светло. А, я мимо, что ли, проехал? Это не в городке, оказывается, это здесь. Тихо. Блюз старого жулика. Excuse me, sir, you need help? Mister, you alive? Fuck, damn it. А, господи, вот я балбес. Не к маршалу мы ехали, мы вот этого деда искали. Какой маршал, господи, чё я путаю, а? Гробовщика. Saint Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. Да, уж определенно не хватит у него сил. Finished. Done for. Just sit up straight, will you?
Что с ним случилось? Я вот так и не понял, что ты. Он ранен или что с ним? Да, я думаю, лучше не раскачивать повозку, чтобы он не упал. What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Pollard Twins, Walton's gang! I know who you are! They're back! I'm done for! Пушку доставай! Патроны что ли кончились? Чего он не стрелял, по ним? Отстал. Ой. Отстали пока. Да блин, у него здоровье очень быстро уходит. Сколько ехать вообще надо? А, ну не так много. Есть же вот такая штука, меткий глаз. Почему я про нее не вспомнил сразу? Здоровье на исходе. Повезло, повезло. Но я про меткий глаз, кажется, если я уже забыл про него. Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Ой. Возвращайтесь сегодня после 7 полулуний. И у маршала что-то еще есть. Ну что ж, я предлагаю на этом остановиться. С вас Икус подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, Дзен, и всем пока.